Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России задержали мужчину, который предлагал заинтересованным лицам решить вопрос о назначении на руководящие должности в органы государственной власти. По имеющейся информации, злоумышленник действовал под видом доверенного лица высокопоставленных чиновников. Он попытался продать должность, причем не обычную должность, а начальника управления МВД России по Калужской области. За это он потребовал 2 миллиона евро. Этот злоумышленник, он попытался продать эту должность бывшему офицеру, отставному полковнику милиции. Он сообщил, что эта должность якобы вакантна или будет она вакантна в ближайшее время и готов продвинуть этого полковника милиции сразу на генеральскую должность. В этой связи была проведена оперативная комбинация. Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Москвы провели оперативный эксперимент. Этот ветеран МВД, полковник милиции, бывший полковник милиции, согласился участвовать в этом оперативном эксперименте. Встреча была проведена под контролем оперативников в одном из кафе, в ресторане в городе Москве. Туда злоумышленник пришел не один, он пришел с охраной, с сотрудниками частного охранного предприятия. Они были вооружены травматическим оружием. И при задержании, после того, когда деньги были, первая сумма денег, это в сумме 23 миллиона рублей, когда ему передал вот этот отставной полковник, произошло задержание. И во время задержания сотрудники ЧОП оказали сопротивление. Тем не менее, все были задержаны. На основании собранных материалов возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на преступление» и «Мошенничество в крупном размере». Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.